дом под разбор, блин. Это просто жесть. Это жесть. Все под разбор. Вчера я насмотрелся ютуб роликов. Ломать нафиг, короче. Я не знаю, что делать. Трещины, 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 трещины. Везде трещины. Вот они, трещины. Вот зачем они мне нужны, а? Скажите, вот зачем я это делаю? Стена вываливается просто. Просто вываливается. Страшно, да? Ребята, не слушайте эту истеричку. Сейчас мы во всем разберемся. Так, ну что, давайте начнем с чайку. Я приветствую вас на канале «Строим дом своими руками» и сразу должен вас разочаровать. Рекламы у меня не будет. Я не буду хвалить какой-либо из этих материалов. Я буду рассказывать вам то, к чему я пришел, построив этот дом и вникнув в эту тему, досконально изучив ее полностью. Почему я выбрал пеноблок? Ни для кого не секрет, что с вами мы являемся самостройщиками. Порой, конечно же, это все у нас не по своей воле. Чаще всего это связано с отсутствием врожденной патологии рук, то есть они у нас прямые, творческое мышление, и последнее — это отсутствие полного капитала на строительство своего дома. Именно, я думаю, вот такие побуждения и приводят нас к самозастройке. Умение считать деньги и умение также просчитывать все свои риски привело меня в свое время к непростой задаче. Выбрать лучший материал для строительства своего дома по параметру цена-качество из массы всех предложенных на рынке ограждающих конструкций. Сразу вам должен сказать про те страхи, собственно, которые меня и привели к вот этому выбору материала. Первое, это была сейсмика. Я очень боюсь землетрясений, мы живем на Алтае, и периодически они случаются. Это крайне редко, но они бывают. Последнее землетрясение, дай бог в памяти, было, наверное, лет 10-12 назад, но оно было прям хорошее. И выбор проекта был, конечно же, с учетом этого параметра. То есть, вот эти 16 армоколонн, которые идут по нашему дому, они не случайны. И геометрия нашего дома не коробка, а вот такая архитектура, она тоже была выбрана мною как один из параметров вот этого как раз сейсмической опасности в моей голове. Второй критерий была пожароопасность. Я очень боялся пожара, поэтому для меня выбор пеноблока, который вообще не боится пожара, был тоже одним из главных факторов. Все, что горючее, пропитать негорючими веществами, все, что не горючее, использовать в строительство. Такой был мой девиз в свое время. Ну и третья интересная черта моего организма — это постоянно подвергать сомнению все возможные гипотезы, проверять это на себе, исследовать и все анализировать. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это очень мучительная черта характера, друзья, но она есть. И вот эти три параметра сделали мой выбор в сторону пеноблока. Так, ну, я вам сразу должен сказать, что не только пеноблок я рассматривал для, как вариант строительства. В общем, сложив все свои доводы, размышления и мечты в одну большую такую сомнительную корзину, я вывел для себя 5 стеновых материалов, которые бы я бы хотел, как вариант, использовать в своем доме. Сразу скажу, что все они имеют приблизительно один и тот же вариант внешней и внутренней отделки, поэтому здесь разница только в цене и в технических характеристиках каждого из материалов. Итак, начнем. Самый первый — это был, конечно же, простой конструкционный брус с сечением 200 на 200, из которого строят практически подавляющее число застройщиков. Вот, кстати, напротив нас, вон в этом окне, вы можете увидеть два дома, которые как раз из него и построены. Минусы, которые я себе прикинул, как вы уже поняли, это пожаробезопасность, потому что я считаю, что это материалы все-таки не огнестойкие. Второй минус – это коробление бруса, потому что брус его ведет, влажность, попадающая в брус, сразу же делает палку, кривит ее, деформирует, коробит и так далее. Следующий вопрос – это пороки древесины, то есть смоляные карманы, черные сучки, все, что в этой древесине может быть поганого, оно не вырезано, оно находится внутри. Вот. Ну и пожаробезопасность, конечно. Цена закупки этого материала стоит в районе от 6 до 9 тысяч рублей. Это тоже параметр. Далее идет стандартный кирпич. Он у меня на втором месте, потому что я так все-таки считаю, что кирпич — это более классический материал, который является отличным для строительства дома, но требует большого утепления и требует долгого времени сборки, потому что это надо либо бригаду специально нанимать, одному положить эти кирпичи — это очень тяжело. Короче, я от этого дела отказался. Автоклавный газоблок известных марок, говорить их не буду, но цена его была где-то, наверное, там
от 5400 до 6500 за куб было реально дорого. Я посчитал, что ну тогда уж лучше кирпич, если с такими раскладами. Ну и в итоге, так как я знал, что у меня сейсмика и что мой дом все равно будет весь построен на армоколоннах, ну вот центральная несущая армоколонна 17-я, потому что 16 по периметру дома, я выбрал простой пеноблок. Мне было даже без разницы, конструкционный будет он или просто теплоэффективный. Главная задача была построить все это на каркасе. Собственно говоря, поэтому выбор мой пал вот именно на пеноблокс, как самый недорогой материал. Тем более, я знал, что все равно будет это внешняя и внутренняя отделка. Я не люблю пироги стены, поэтому сразу хочу сказать, друзья, что у меня будет штукатурка. Все пироги стен, которые люди делают в своих домах, это часто жилища для грызунов. Это не есть хорошо. И второй плюс, если вы штукатурите, вы всегда знаете, что у вас в стене происходит. Если вдруг, не дай бог, какая-то сейсмика, давление, движение, если у вас стена чем-то обшита, то вы этого не узнаете. А если узнаете, то может быть вообще в другом месте. А здесь вы будете сразу видеть, что стена дала трещину, и уже решать какие-то срочные свои вопросы. Из минусов пеноблока, что бы я сразу хотел отметить? Неровная геометрия. Я вам сейчас покажу интересные моменты. Пойдемте сразу вернемся в одну из комнат, я вам покажу. Короче, сначала смотрите вот фотографию. Это я фотографировал для производителей, прислать им, чтобы им немножко стыдно стало. А вот это уже я вам покажу, куда это все-таки вмонтировал, потому что адекватного ответа я от производителя не получил. И вот посмотрите, вот этот блок снижается где-то до 10 сантиметров, там он где-то 30, да, хотя он должен быть 20-ка. А там он 10, а здесь 10, а там 30. То есть вот такие интересные у меня получились блоки. И с этой стороны, вот посмотрите, то же самое, видите, да? Вот. То есть я все-таки нашел им применение. В чем плюс пеноблока как раз, что он так умеет. Дальше он слаб на разрыв. На сжатие он тоже не монстр. Поэтому учтите это при складывании. Друзья, вот самое важное, на втором этаже я уже филонил. Вы, пожалуйста, этого не делайте. Каждый ваш венец, который вы положили, проходите рубанком. Обязательно проходите рубанком, чтобы у вас ровная поверхность была для кладки в дальнейшем. Это важно. О плюсах пеноблока я могу отметить две главные вещи. Первое. Он недорогой. Вы сами поняли, что это самый доступный из материалов. Второй его большой плюс – это теплопроводный. То есть, в принципе, сложив 40-ую стену, вы уже можете не заморачиваться по ее утеплению, потому что она уже, в принципе, лишена промерзания. Но я буду утеплять, потому что я хочу в старости не переплачивать за газ, тем более дом большой. На рынке производители предлагают два варианта. Это пеноблок и газоблок. Если мы не говорим про белый автоклавный газоблок, то они, в принципе, полностью похожи. Вот сзади меня пеноблок, а вот если мы вот так сейчас с вами пройдем, и вы увидите дом моего соседа, он положен из газоблока, но их, по сути, не отличишь. И я придумал один интересный момент. Чтобы вы знали, как конкурируют между собой производители и того материала, мы сейчас с вами наберем в компанию, которая занимается производством газоблока, а потом в компанию, которая занимается пеноблоком. Добрый день. На сегодняшний день у меня только один вопрос. Я вижу, очень много продают в городе пеноблоков и вижу газоблоков. Я имею в виду как раз одинакового цвета. То есть я понимаю, что газоблок промышленный, он идет белый. К вам же на предприятие я заезжал и видел, что он серый, такой же, как пеноблок. Вот я хочу понять, в чем, хотя бы в двух словах вообще, в чем отличие и какой материал, ну, правильнее и лучше. А вам для чего? Утеплять или строить? Это будет строительство дома двухэтажного. Посмотрите, то, что вы смотрите белое, это автоклав. Называемый так. Это по сути газоблок составляющий, но он сушится при высоком давлении. Это сибит получается. Завтра, то есть, появится какой-нибудь УАЖ. Вот. А по сути это тот же самый газоблок, только он высушится перед высоким давлением. А газоблок, который у нас, например, он серо, он идет без давления сушится. Он в парильной камере и потом, естественно, сушкой доходит. Все разницы. По сути, составляющий газоблока, то есть у нас получается газоблок, но без автоклава. Так, это я хорошо, это понимаю. А пеноблок, да. А пеноблок это вообще утеплительный материал.
А, вот где загвоздка. Так, то есть, получается... Они строительные, они утеплительные. Он не строительный. Они видом вроде как бы одинаковые. Пеноблок, он как утеплитель идет. А газоблока строить можно. Пеноблок, я же объясняю, он идет, вы про него почитайте, он идет как утеплитель. Ну нет, нет же, они говорят, что это тоже конструкционный, из него строят дома. И у нас есть люди, которые построили дома из этого материала. И если взять его на разбом... Ну вообще, если так разобраться, стены делают из газоблока, а не из пеноблока. И вы не задумывались, почему? А я об этом первый раз от вас только слышу, поэтому я не вот. В курсе. Я просто хочу сказать, что вот те нарезки, которые нам дали в поселке, половина строят из пеноблока, половина из газоблока. И никто не может из них сказать, почему вот... Интересный ход. Я единственный знаю минус газоблока, который люди говорят, что он якобы больше впитывает в себя влаги, чем пеноблок. А конструкционно мы брали два блока, и тот, и они, ну, они вообще полностью похожи. Единственное, что газоблок, вот, мне понравилась чуть больше геометрия, чем у пеноблока. Но я вам кажется... чем могу сказать? Газоблок, я еще раз говорю, да ты трехэтажного строительства, пеноблок для этого не используется. Слушай, ну раньше это было нормально. Ну, если интернет взять, опять же, там информация другая, что также конструкционный, также до трехэтажного строительства. То есть это же все зависит от плотности пеноблока. То есть он бывает... Ну, да, марка газоблока должна D800, D700 быть, D900, не более, не менее. Он тогда по прочности нормальный и по теплопроводности хороший. Тогда еще такой вопрос задам. У вас это сертифицировано или нет? Ну что? Ну да. Ну то есть вы даете гарантию, что этот материал будет вот как раз там той самой плотности? У нас по-другому не сделать, понимаете? У нас электронные дозаторы стоят. Нет, это понятно. В договоре будет это прописано? А мы чтобы... с вами договор пока заключаться не будем. Мы, у нас цех стоит сейчас. Нет, я понимаю, когда будет покупка. В договоре? Да. А что хотите услышать в договоре? Ну, чтобы там... Когда вы даем марку, марку такую выдадим. Да, да, что она зафиксирована, что именно... Ну, мы вам просто ПТУ сертификат выдадим, да и все. Какие проблемы? А договор с вами, какой договор-то заключить? Вы что, предприятие, что ли? Ну, почему? Нет, ну, в любом случае, материал строительный покупаешь, это же гарантия должна быть. Ну, придете, вам дадут чек, еще фактуру, или чек просто дадут. Надо сертификат приложить, и все. Какой у вас договор? Нет, чтобы если вдруг это все развалится, чтобы была претензия, что на основе это был не Д там, но, не Д 800, а оказался Д 300. Чтобы развалить, здесь причин очень много. Строители и так далее, и так далее. Вы, может, сетку не положите, может, еще что-то. Но вы все равно уходите немножко от вопроса. Я к тому, что, вот, например, тот же самый завод пенобетонов сказали, что они документы никакие не дают, потому что они сертификацию не проводили. Мы вам по ТУ, я еще раз объясняю. Вы хотите газоблок, вы придете, посмотрите, у вас строит качество, плотность, все. Вы их заберете, мы вам дадим... ПТУ соответствующий D800, да, или соответствующий просто пеноблок, газоблок? Он с ПТУ будет сделан от этого до этого и все. Угу. А от до скольки, до скольки, от и до... А я без понятия. Сейчас не могу вам сказать, я не помню просто. Хорошо. Вы, если хотите какой-то этот, вы тогда съездите в Барнаул, в железобетон и честь, железобетон. Угу. То же самое газоблок. Только вам в 10 раз дороже. А пеноблок – это пена, которая в пожарниках делается, для пожарников. И плюс вот этот песок, она просто делает. Она маленькая, вообще, вообще другая технология. Можем даже одновременно, да, сказать? Ну, все понятно. Хорошо. Вы спали? Все хорошо, до свидания. А теперь мы с вами позвоним в компанию, которая занимается пеноблоком, и что они нам скажут. Кем я могу поговорить по поводу пеноблока? Ну, вы о чем хотели поговорить? Вопросы некоторые есть у меня по нему. Даже если не слышите, не знать, я вот не знаю ничего об этом. Спрашивайте. Так, вы находитесь прямо напротив, да? Да. Вот у меня как раз вот такой вопрос, и я думаю, вам будет понятен. В общем, занимается газоблоком. Да. Вы занимаетесь пеноблоком. Цены одинаковые. Внешне эти два материала одинаковые. И я хочу понять, что мне из этого выбрать. Какие есть особенности, характеристики, чтобы определиться уже, мне нужно будет на целый дом. Смотрите, в чем разница. Пенобетон, он экологически чище. То есть там используется цемент, песок. Uh-huh. Если узнавайте, какой еще используется пено, чтобы взбивать. Uh-huh. Желательно, чтобы он был био. Мы брали итальянский, фуансен брали. На биодобавку. Ну, то есть вот кости, шкуры животных перерабатываются. И все, в принципе, больше ничего не добавляется. И там, получается, поры закрытые. Uh-huh. То есть не сквозные поры, а закрытые. Они как, ну, как вот пенопласт, так мелкие-мелкие, там микроскопические эти шарики. Понятно. Ну, как воздушные. То есть он в себя воду практически не впитывает. Газобетон чем отличается? Во-первых, там используется зала у носа. Вот, это уже, ну, радиоактивная, не радиоактивная, но она уже... Вряд ли чего будете делать. Стены, стены дома. Ну, вот лучше пенобетон.
И там еще используется алюминиевая пудра в этом, в газобетоне. Угу. Это тоже оно для здоровья, сами понимаете. Понятно. Просто вот производители газа говорят, что якобы пена только для того, чтобы... Так, утеплитель? Да, нет. да, что компрессион. Там вот пену вы можете по-разному делать. Вот помните, раньше была пенза? Да, помню, конечно. Она тоже пена. Но там зависит от количества цемента. Угу. То есть чем меньше цемента и больше пены, она получается как пенза, да? Угу. А когда идет количество одинаковое, оно увеличивает прочность. И что это самое? Ну, прочность у газобетона немного больше. Вот уже знакомо. Ну, со временем, вот как он выпустил его газобетон, вот там 24-22 прочность, да? Угу. И все, он на этом остановился. А пенобетон, он постоянно набирает прочность. Это за счет чего? А он получается вот за счет вот то, что нету там алюминиевой пудры, и получается он сразу где-то... Ну, процентов, наверное, на, может быть, на 5 у него меньше прочность, когда сразу забираете. Понятно. И здесь надо еще посмотреть. Я не знаю, как он. Если его пилят, то значит, у него геометрия должна быть не очень. А у вас пилят? Заливают пор? Нет, у нас форму заливают. Но, извините. А формы, то есть... Нет, да. Ну, то есть вот форма есть железная, у нее залили. Подождите, форма как раз я слышал, что это и плохо, потому что форма выдувает, их немножко коробит и так далее. Формы как раз. Нет, коробит как раз ленточные пилами пилят, вот как древесину. И там геометрия у них получается все равно скачет. А форму залили, формы, она никуда не вылезет. А? Геометрия у них лучше. У форменных, да? Ясно. Ну, как то же самое, что вот вы положили, например, яйцо в какую-то форму, да, залили его, пожарили. Она в этой форме так и осталась. Если вы просто бросили на сковородку, она расплывается, начинаете ножом пилить, вы все равно ровно не распилите. Ну, сравнение, конечно, у вас немножко интересное, но я вас понял. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста. Буду думать. Вот, друзья, производители сами нам дали полную информацию. Для вас это, наверное, будет интереснее из уст производителя, чем нежели обывателя. На одну секундочку переметнусь назад в робу. Итак, ребят, специально для вас проводим тест. Сейчас я со второго этажа скину пеноблок. Давайте, вот берем первый попавшийся и несем, короче, на второй этаж. Прям чувствуется. Давно я блоки не таскал. Хыч, 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 хыч. А вот вам первый опыт. Я подскользнулся. Не, давайте я все-таки без камеры его донесу до верха. Так. И вот он упал, и все новое. А, нет. Так, опыт, по-моему, прошел удачно. Тыдин. Ему вообще пофигу. Высота 4 метра. Мне кажется, конструкционно он крепкий. Это полное все, что я сказал сейчас. Я понятия не имею, что он делает. Ребят, как я уже рассказывал, я складываю из блока 30-20-60. По идее, он предназначен для того, чтобы класть его на 30-ю сторону. Я же ставил его на 20-ю. По идее, его берут и кладут вот так. И у него получается толщина стены 30. 20 высота и 60 длина. Я же его ставил вертикально в два блока со смещением этих кирпичей, по сути. Вот, если смотреть это с торца, то это выглядит вот так. Ложковые ряды, тычковый, два ложковых и опять тычковый и так далее. То есть, ну, по стене это вот два таких, один такой, опять два, через два ряда. Как и по всем законам складывания стен, каждый третий ряд проложена арматура. Вот фотография. Это так я проделывал вот первый ряд, через два ряда и так далее. То есть получается арматура здесь, потом она здесь, потом она там. И также вот здесь арматура идет в первом ряду и ряду под окнами. То есть вот здесь тоже идет арматура, и она выпускается где-то на метр дальше окон. Это под всеми окнами для того, чтобы их не разрывало. Что я сделал? Я взял сетку. Эта сетка 65-я, она слабенькая. Но тем не менее, я кинул клей, вот здесь была трещина, такая хорошая трещина. Кинул клей, кинул сетку, протянул и посмотрите, ребят. То есть это я сделал такие места, так скажем, проверочные, чтобы мне просто весной посмотреть, что происходит с этой стеной. Вот здесь я сделал, ну видите, небольшая паутинка появилась, но здесь нет сетки. Вот здесь, вот она, видно, была трещина, вот она нашла. Сейчас даже паутинки нет, все идеально. То есть, это была усадка стен.
И теперь, если весной здесь не будет ни паутин, ни трещин, то я был прав. Это была всего лишь усадка. И дом, в принципе, идеальный, надежный. А колонны, кстати, армированы на втором этаже. Вот они тоже повторяются. И они встречаются с сейсмопоясом, с армопоясом. Это все получается цельная армированная конструкция. Я думаю, что эти бетонные подпорки играют немалую роль. Для тех, кто досмотрел до конца, друзья, в итоге хочу сказать три вещи. Что бы я посоветовал тем, кто сейчас начинает строить из пеноблока? Первое. Всегда замазывайте швы, пожалуйста. Вот я гнал верхние венцы уже, не думая об этом, и я совершил большую ошибку. Теперь мне надо будет выставлять леса, и перед тем, как утеплять дом, промазывать все швы или пропенивать их. Кстати, вот это важно. Второе. Берите блок зимой или крайней уже поздней осенью. Оплачивайте его. У каждого завода есть такая услуга, как хранение блока. Плюс в чем этой услуги? Весной на стройку уже заберете сухой блок. Он выстоится и он будет уже готов для строительства. Я же на верхние венцы уже гнался. Торопил, купил сырой блок, клал его, вот она тебе усадка, вот они трещины. Так, ну и третье, друзья, относитесь внимательно к армопоясу. Советую делать армоколонны, потому что пеноблок это все-таки кустарник, производство не заводское. Хотя оно как бы заводское, но никакой сертификации не будет. Вы сегодня из телефонного разговора это все услышали. Ну посмотрим, что. Давайте подытожим. Пеноблок я все-таки использую как утеплитель, потому что в большей степени я полагаю как раз вот на эти армоколонны, которые держат нашу несущую плиту. Если же у вас нет никакого желания волноваться за свой выбор и думать о том, что правильно ли выбрали материал или неправильно, я бы вам советовал посмотреть в сторону автоклавного газобетона. Это известных марок, опять же. Это белый такой материал. Второй вариант – это делать, как я, монолитную конструкцию с армированными углами. Но, знаете, углы – это самая промерзающая часть дома. И у меня они ослаблены этими армированными колоннами. Поэтому мне в любом случае придется утеплять. Знаете, это утеплитель вам снаружи придется делать хотя бы на углы, но точно. Ну, а на углы – значит и на стены. И третий вариант, если вы волнуетесь за использование пеноблока, то самое простое, берите альтернативные материалы. Кирпич, я считаю так. То есть я вас не отговариваю от пеноблока, но и не говорю, что это крутой материал. Я выбрал его из-за финансовых соображений. Потому что 2400 умножьте на 160 кубов, которые я потратил на этот дом. Или умножьте 160 кубов, умножьте там на 6000. Уже вы увидите, какая разница, почти в миллион. Это серьезная сумма для студента была в свое время. Я выбрал такой. Ну, я, честно говоря, об этом не сожалею. Я был очень рад вас сегодня видеть. Лайки, колокольчики, это на ваш выбор. Шмякайте вот на эту кнопку. Этим вы очень поможете нашему каналу. Ну а теперь кофе. За мной.